Владивосток, 8 июня 2023 года. Там остановка Гоголя. Гоголя 52, Красного Знамени 63. Там наверху сопка «Орлиное гнездо». Остановка общественного транспорта, картинная галерея. Покровский парк.
впереди Покровский кафедральный собор. Комарова. Океанский проспект 34. Там через дорогу находится капсульный отель. А там наверху рынок на Комарова. Здесь на подпорной стенке якоря и чайки изображены, так скажем. Океанский проспект 30. Ветер дует.
здесь интересный дворик. На том балкончике швейная машинка стоит. Здесь может какая-нибудь мастерская модельная. Вон. Кошка там на фасаде. Это не она лает. Такой интересный дворик здесь. Там аисты. Интересный дворик. Балкончики, о, даже что-то вроде фонтана такого. Там ракушки какие-то, камушки. Здесь на стене кованые какие-то элементы. Стена старинная еще. Здесь в арке такие элементы. Всякие разные. Этот дворик находится по адресу Океанский проспект 26. Здесь, в этом здании, прокуратура Приморского края, а раньше это были корпуса ДВФУ, кажется.
Вот здесь, в здании, администрация города находится. Ой-ой, ветер какой! Здесь раньше была библиотека, Океанский проспект 18, а сейчас здесь Сбербанк. Наш Владивостокский Биг Бен. Семеновская, 22, вот это здание. Семеновская, 20. А, вот это здание, музей управления пограничных войск. Передвижной театр «Перекресток». Были у нас такие уличные музыканты в городе. Семеновская, 18.
Миллионка. Ветер дует. Хорошо. Стадион «Динамо». Всякие магазинчики. Пограничная 10. Ресторан «Дружба». Китайские, наверное. Здесь наверху интересный магазинчик, называется «Якорь». Здрасте. В этом магазинчике можно купить всякие интересные штуки на тему Владивосток. Всякие вот такие вот штуки из дерева. Можно прикупить себе кепку с чайкой, с надписью «Владивосток». Можно купить кепки разных цветов, носочки, сумочки, футболки, панамки. Всякие вот такие вот календарики. Тайга внутри. Это у нас ребята занимаются сбором дикоросов всяких разных. Ну, мед, травы какие-то, вот там чаи представлены. Кружки тут железные, чайники появились. Вот такие вот чайники. Термоса. Маяки, часы. Много всего интересного. Заходите в магазин «Якорь». А еще вот плакаты там в рамочках. Тоже на тему «Владивосток». Зонтик. Магазинчик находится по адресу Пограничная, 12. Заходите. А там стадион «Динамо». Также вот здесь вот есть баскетбольные площадки, и там есть футбольные площадки. Зимой там заливают каток.
Вот такие вот баскетбольные площадки здесь. Резиновое покрытие. Места для зрителей. Сегодня футбольные поля закрыты. Но их там 3 штуки, кажется. Вон ворота, все дела, газоны. А вот задняя часть трибун стадиона «Динамо». А вообще раньше вот на этом месте было футбольное поле, я помню, одно, и что-то еще было. Ну, это в 90-е годы. Тут на стене изображен Владивосток. Вон он, Золотой мост. Японские автомобили, девочки. Вот такая вот площадка здесь для баскетболистов. Ну, уличный баскетбол. Такое 3 на 3. Площадка работает круглосуточно. Здесь тренажерный зал World Classic. Фитнес, так скажем. А с этой стороны крытая футбольная площадка. Поле. Здесь рыбки. Вон их сколько много.
Там вверх по лестнице находится музей «Владивостокская крепость». А здесь что у нас за надпись? «Я про моду». Хэштег, что бы это ни значило. Вон там наверху музей находится. Взрослый билет стоит 300 рублей. Погодка сегодня вот такая серая. Ох, 12 часов во Владивостоке. Выстрел прозвучал. Здесь тигр. Он сделан из всяких железок, которые выловили здесь вот в море. Так, а там... Давайте пройдемте туда. Вот это столбики освещения такие здесь. Лавочки, клумбы. Там спорткомплекс «Олимпиец». Кафешка такая. Там в конце тоже какое-то кафе находится. И там вот здесь вот еще что-то строится. Там пирсы. Здесь тоже пирс, но почему-то его не восстановили.
той стороне пирсы отремонтированы, а вот этот пирс почему-то не довели до ума. Ветер дует здесь такой сильный. Задувает прям ветерок. Здесь клумбочки появились такие. И этой лавки тоже не было раньше. Ветер задувает. Вот где-то здесь в 90-е годы стоял катер. Вот где-то на этом месте. И были лавочки, просто лавочки, газон такой, ну не газон, а так косогорчик небольшой, и лавочки, вроде как на всю длину, что ли, ну просто в одну строчку, так скажем, лавочки были. Ветерок сегодня задувает. Здесь прокат катамаранов. И в любое время года, в хорошую погоду, вон с тех мест можно любоваться закатом. Там наверху кинотеатр «Океан».
в этом году не будут здесь делать деревянный помост. Наверное, нет денег. В ту сторону пляж Юбилейный. Там всякая уличная еда. А это что, шиповник цветет? Здесь или детский сад, или школа, младшие классы, что-то у них здесь происходит.